Всем привет! Продолжаем рассматривать картины знаменитых художников. Ян Стен, «Женщина за туалетом», около 1660 года, дерево масло, 37/27. Ян Стен в своей живописи обращался к сценкам из повседневной жизни, как правило, высмеивая пороки общества или просто указывая на них. На этой картине, написанной в глубоких и теплых тонах, изображена молодая женщина, присевшая на кровать, чтобы раздеться. В ее позе и жестах видна усталость. На ногах заметны следы резинок от чулок. Значит, дама долго не была дома. Но голландцы, современники, художники, в обычной бытовой сцене видели ее истинный смысл. Красные чулки носили девицы легкого поведения. Слово «коус» – «чулок» на тогдашнем уличном жаргоне означало «женские половые органы» или «проститутку». А выражение «штопает чулки» могло подразумевать занятие любовью. Валяющиеся на полу домашние туфли, наполовину полный ночной горшок, подсвечник со свечой. Все это в данном случае тоже имеет отношение к похоти и продажной любви. На подушке лежит собачка, пятнистый спаниель, бывший тогда самой модной породой, присутствующий на множестве полотен голландских жанристов. Хозяйка явно не ночевала в своей кровати, поэтому пес занял ее место. В работах Стена нет морализаторства. Он просто показывает одну непривлекательную сторону жизни, предлагая зрителю самому делать выводы. Вот такое описание картины «Женщина за туалетом» Яна Стена я нашел в интернете. Красивые картины. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».